Российской Федерации в тех городах, где нет маяка, там, где он есть, например, Воронеже нас слушают на 157 FM, Казань уверенно принимает на 101.3 FM, Магнитогорск 106.5 FM, Тольятти слушает на 106.4 FM, и Челябинск на 102 FM. Дамы и господа, через полчаса конкурс «Час золота», в котором вы можете выиграть Василия Стрельникова. Подробности позже. Сегодня через Twitter at the podcast. Мы спрашиваем вас, как приостановить время? Что такое нужно сделать, чтобы время не бежало? И Александр Савицкий пишет, вам легальные варианты предлагать? Тем временем на СМС-портал возбудился 5533 «Маяк». Вадим, Кемеровская область, пишет. Я не хочу останавливать время, я хочу узнать, что будет завтра. Пожалуйста, будьте добры. Валерий Бардин, добрый вечер. А можно, пишет Валерий, если цензура позволит, слышите, а? Вы на отдел отчаете? Цензура позволит. Пиратское радио!